Согласно новым правилам, на одно посещение эндокринолога отводится 19 минут, кардиолога – 24 минуты, а стоматолога-терапевта – 44 минуты. Этот хронометраж приема врачей может варьироваться в зависимости от плотности населения или уровня заболеваемости в регионе. В проекте приказа министерства говорится, что на посещение врача-специалиста с профилактической целью отводится 60-70% от утвержденной нормы. То есть, если на лечение стоматологу дается 44 минуты, то на профилактику примерно полчаса. Врачи говорят, что главное препятствие для соблюдения норм – необходимость заполнять медицинскую документацию, но сокращать время приема в ущерб здоровью пациентов они не собираются.